Хабаровская художница Вероника Янышева увлекается редкой в России техникой вырезания из бумаги. Этот вид искусства особенно распространен в Азии, где мастера веками вырезают картины не только из бумаги, но и из овощей, кожи. Вероника Янышева эту технику осваивает уже 8 лет. Подробности в материале Натальи Смолениновой. Вместо кисти и палитры – набор резаков и ножей. Художница Вероника Янышева свои картины не рисует, а вырезает из бумаги. Общепризнанного определения для такого искусства пока нет. Сама свой стиль работы Вероника называет вырезной графикой. Вот такие вот какие-то вещи. То есть она вот такая паутинка. Это мы ездили там на Сахалин. Там была деревня такая, Охотская, и вот там ландшафт такой, мне он понравился. Тут даже столько там не разглядеть ничего, просто как бы такие вот ландшафты ДВ. Детали своих картин художница не склеивает. Она старается придумать такой эскиз, чтобы части рисунка цеплялись одна за другую. И на это порой уходят месяцы работы. Труднее всего приходится с лицами. Ну ладно, нос можно за бровь завязать, а если голова в три четверти повернута, а рот? То есть если ты добавляешь какие-то носогубные складки или где-то что-то, получается очень грубое лицо. Если ты добавляешь туда просто какие-то детали, лишь бы увязать, тоже они смотрятся там нелепо. Непонятно, да, что это за шрам, откуда он там торчит. Приходится как-то через линию волос, через тень. Вырезание из бумаги искусство не новое. Резные картины делали еще в средневековом Китае. А в Европе в веке 19 особенным спросом пользовались вырезанные портреты-силуэты. Но в Хабаровске эксперта в области вырезания картин нет, поэтому Вероника Янышева эту технику осваивала сама методом проб и ошибок. Это было занятие по графике, мне нечего было делать, я вырезала портрет преподавателя, и потом ему подарила его. Вот. И все, и как-то с этого уже 8 лет меня не отпускает. Попробовать вырезать графику решила и я. Вероника мне дала эскиз, говорит, это простейший рисунок для учеников. Но спустя 20 минут моей работы очевидно, что мой удел – это вырезать снежинки. Сейчас Вероника Янышева работает над архитектурными пейзажами Хабаровска. Ее привлекают старинные здания города и неприметные дворики. Графичные линии окон, крыши, стен как нельзя лучше подходят для того, чтобы вырезать их для картины. Наталья Смолянинова, Илья Васильев, телеканал «Губерния».